Всем привет, вы на канале Шпинаточка. Сегодня я хочу рассказать вам страшные истории, которые произошли со мной и не только в моей деревне. В общем, всякие вот такие странные факты, которые я знаю о своей замечательной любимой деревне. Так сказать, Хэллоуин закончился, но это не значит, что страх и ужас в нашей жизни закончился. Если у всех закончились недели страшных историй, не переживайте, я подкину. Ну вот вам в ноябре еще страшных историй. Итак, деревня. В моей деревне когда-то жил, в принципе, человек, ну, 5000, наверное, может, около того. Когда я уже была в этой деревне в таком плюс-минус взрослом, осознанном возрасте, ну, то есть не там в 2-3 года, когда я впервые там оказалась, а уже там лет в 11-12, когда я уже что-то могла осознать и понять и охуеть. В деревне осталось людей 500, может быть, еще меньше, но когда-то там было чуть более оживленно. Наш дом находится в такой, в долине, в принципе, у деревни, у этой, вот такая холмистая местность, холмы эти достаточно высокие, могут быть там вот крутыми и так далее. Наш дом был конкретно в долине, где все соседи либо вымерли, либо переехали, но все равно в деревне были люди, в деревне были дети плюс-минус моего возраста. Сегодня о них пойдет речь. Об их поступках, историях, сплетнях, слухах я тоже расскажу вам. Но сперва, наверное, я хочу рассказать о таких вот каких-то вообще размытых историях, о правдивости которых я нихуя не знаю, но они меня пугают. Первое — это то, как мне рассказывала моя бабушка сама лично. Во-первых, она очень любила эту деревню, потому что сама в ней выросла, но при этом она рассказывала мне такую дичь об этой деревне, об этих людях, что я на ее месте не привозила бы туда свою внучку, если бы я была бабушкой, и если бы я знала, что такая хуета происходит, такие отбитые люди могут там жить. И почему-то все истории сегодняшние, они так или иначе связаны либо с алкоголем, либо сексуальной какой-то составляющей. И это странно, потому что мои там знакомые, мои друзья, когда мы заговаривали на эту тему, тоже говорили, что в этих деревнях тоже происходила какая-то вот такая сексуальная хрень, и это для меня странно, потому что меня в основном всегда запугивали тем, что в городе там ты станешь проституткой, шлюхой, тебя там все выебут, наебут, правят в секс-рабство, там тому подобное. Но пока что максимум каких-то домогательств от местных жителей и какие-то жуткие истории ниже пояса у меня именно из этой деревни и у моих знакомых. Типа, как, блять, вот как это получается? Как получается, что в деревне, где, по сути, все такие, типа, там, не ебаться, там, до свадьбы, это, там, грех, все дела, а, типа, как так получается, что в основном весь этот ужас происходит как раз-таки в этих деревнях, мне непонятно. Первый короткий такой факт, это вот, как мне рассказывала бабушка, о том, что была там какая-то свадьба деревенская, много людей было, когда их еще было много, и какую-то девушку заманили какие-то парни, либо подростки, либо там они были постарше, они разбили бутылку, не знаю, остреём, не остреём, но они ввели этот предмет в ее гениталии и совершили над ней акт насилия сексуального с помощью вот этой бутылки, и, кажется, потом она скончалась. Наверное, эту историю бабушка рассказала мне, чтобы я такая, типа, не ходила на тусовки, не ходила на какие-то там свадьбы деревенские. Не помню, чтобы нас звали на деревенскую свадьбу. Я уже не помню, честно, нахуя она мне это рассказала. Эй, внученька, мы поедем в нашу любимую деревню. Но там когда-то изнасиловали бутылкой вообще левую девушку, которая ничего никому не сделала. Жутко. Следующие истории уже в основном связаны со мной, ну, либо их я услышала конкретно, не через там свата-брата, который рассказал историю, а вот я услышала от вот этих девочек, с которыми я дружила, общалась, вот пока была в деревне. Первая ситуация, в ней ничего со мной не произошло, но мне было страшно, сейчас мне от этого смешно. Вы
вы, скорее всего, знаете, что в деревне обычно либо нет магазина, либо это вот какие-то частные такие магазины, минимальные товары, которые можно приобрести. В основном, зачастую, даже в этих магазинах ты можешь там не заплатить сразу, заплатить попозже, потому что все друг друга знают, все знают, кто как зарабатывает, кто как живет, и знают, что если что, то долг ты все равно отдашь, когда сможешь, но если не захочешь отдавать, то к тебе придут домой и заберут сами. На нашу деревню был один или два магазина, которые я знаю. Один из магазинов был в таком... Я до сих пор не уверена, что там было раньше, но это вот такое большое цементно-кирпичное старое обваливающееся здание. Вот во входе есть еще несколько маленьких вот коридорчиков, другие, наверное, магазины или что-то типа того, но там вот жилой частью была одна часть вот этого здания, где был вот этот основной магазин, и вот там были какие-то продукты, бытовая химия. Ну, если вы были в деревне, если вы жили когда-то в деревне, вы знаете, о чем я говорю. И были еще один-два магазина, и это вот, знаете, такие магазины внутри дома частного, то есть обустраивают либо маленький вот коридорчик, и ты только в него проходишь, а другие комнаты это вот жилые, где, соответственно, живет семья с этим вот бизнесом, с этим магазинчиком. Вот, таких магазинов я помню точно про существование одного, то есть я помню, где он, я помню, наверное, еще один, но смутно. И вот эта ситуация произошла, когда мне было, не знаю, лет 10-11, ну, я этих девочек знала там с раннего-раннего какого-то возраста, потому что меня с ними сразу познакомили, потому что когда ты в деревне, 4-5 ребенка и 2 подростка, условно, поэтому, если ты хочешь пообщаться с кем-то плюс-минус твоего возраста, у тебя не очень-то большой выбор, поэтому мы знали о существовании друг друга, так общались, в общем-то, как могли, если там вот удавалось так, что я приезжала к ним, и они там были не заняты. И это случилось в один из дней, когда нам понадобилось в магазин. Помню, либо мы с одной девочкой ехали вместе на велосипеде, и это то еще было, блядь, удовольствие, потому что велосипед у нее был такой старый и шатающийся, и на нем нужно было, знаете, по-особенному ездить. Стремновато, еще дорога. Дорога, которая нет, то есть там вот есть вот в деревне в нашей маленький участок асфальта, а в остальных местах это либо песок, камнями, с щебнем, либо это вот камни вот такие крупные, знаете, как для лошади. Короче, хуевая дорога, это главное, что нам нужно знать. Камни покрупнее и поплотнее друг к другу расставлены. И поэтому всему ехать на велике не очень большой кайф, особенно ехать вверх по дороге, потому что, опять же, наш дом находился внизу в долине, и в долине на километры никого не было, но мы находились внизу склона основного, на котором вот была дорога вдоль всей деревни, она вот шла вверх. И, короче, едем мы на этом велике, и приезжаем мы в магазин, вот в этот, в первый, о котором я рассказывала, и там тогда были еще одна девочка, ее вот подружка, и кто-то из них был дочерью женщины, которая в основном там работала. Типа вот они вышли помочь родителям с работы, все дела. И мы такие типа приходим, вот моя эта подружка, с которой мы приехали, она с ними разговаривает, спрашивает там чё, как дела, как там то сё. Я такая типа неловко переминаюсь, там знакомлюсь тоже, типа да-да-да, я уже не помню их лица, не помню их имена, но мы типа познакомились. И потом спустя какое-то время они достают бутылки с пивом и достают сиги, начинают вот курить и выпивать либо одну бутылку на всех, либо две. И, во-первых, я удивилась, что вот эта вот подружка, с которой я приехала, что она такая, типа, тоже решила выпить. И я удивилась, что они уже, типа, вот прям так курят, как мои родители. То есть это вот был такой прям, знаете, это был уже опытный такой дым, опытные затяжки такие. Мне показались на тот момент жуткими, мне показалось страшным то, как они выпивали. Я очень боялась, что меня тоже сейчас споют, потому что я чувствовала какую-то агрессию. Я чувствовала... Ну, знаете, вот это чувство, когда ты... Блять, не хочу никого оскорбить, но у меня было такое ощущение, что я попала в гоп-компанию, где мне очень нужно следить за базаром, и мне очень нужно контролировать
как и что я говорю, чтобы никого там случайно не обидеть, не задеть, не спровоцировать какой-то конфликт. Я такая, типа, сижу, я уже немножко на панике, потому что я понимаю, что, блядь, мне до дома бежать сейчас очень долго и очень далеко. Они меня, если что, догонят. И, типа, кричать о помощи какой-то нахуй бессмысленно. Ну, вот этой вот основной дороги, по которой мы ехали и по которой еще можно было ехать там дальше и выехать, соответственно, из деревни, по бокам было много домов, но я очень редко видела, чтобы оттуда кто-то выходил. В основном я видела только вот этих девочек, потому что я знала их дома, я знала, откуда вот они выходят, куда заходят. Из большинства этих домов я ни разу не видела, чтобы кто-то заходил, выходил, не видела никого в окнах. То есть я говорю, что я знаю, что по мере вымирания деревни осталось около 500 человек, потому что так мне сказала бабушка. То, что видела я, это, наверное, человек, ну, 50 максимум могло там жить, а домов стояло все же намного больше, и они выглядели очень жуткими, особенно вечером, когда темнело и холодало, это просто... Это страшно. И все такое, знаете, заросшее такое. Вот как будто вот сейчас упадет, погрузится в вечность навсегда. И самое страшное, что ты боишься увидеть или услышать в такой вот тишине статичности, это движение или звук. И, в общем-то, я сижу с этими девочками, и они мне такие, типа, хочешь там затянуться, либо выпить, типа, давай там с нами все дела. Я такая, типа, не-не-не, я не хочу, типа, я никому ничего не расскажу, только вы мне не предлагайте, я не буду. Я поддерживаю ваши все вот эти вот, но не надо, я не хочу, я там сама, не надо. Ну, короче, это забавно. Мне смешно сейчас, потому что это явно выглядело очень палевно, что я их боюсь. Как итог, они там, кажется, немного посмеялись. Никто не заставлял меня выпить. Я очертила, не уверена, но очертила вот эту вот грань, что, типа, делайте, что хотите, я никому ничего не расскажу, но мне не надо, пожалуйста. Я боялась, что меня могут заставить что-то такое сделать вот против моей воли, потому что, например, если вы помните мои вегетарианские истории, в вегетарианских историях я рассказывала тоже историю из деревни, как одна из девочек, ее не было вот в этой истории, но с ней вот была такая ситуация, что она узнала, что я вегетарианка, схватила с тарелки мясо, сало и вот это вот все свиное, пыталась засунуть мне в рот. Скорее всего, ситуация с вегетарианскими историями вот была после. Сейчас, когда я вспоминаю в 20-летнем возрасте все эти истории, я понимаю, что да, я не напрасно боялась, потому что если бы они там были все такие же ёбнутые, как эта девочка, которая хотела накормить меня салом, наверное, вероятность того, что меня бы напоили и где-то кинули, она все-таки была. Следующее, что я, наверное, могу вспомнить, это вот такая компиляция фактов, которые мне рассказывали, либо которые вот происходили. Первое, что я хочу сказать, это то, что все они связаны с сексом, с любым, со всяким разным, принудительным, с добровольным. Были две основные девочки, с которыми я общалась, и были все остальные побочные, так сказать, жители, дети, подростки, вот которых я либо видела издалека, либо там я знала, что вот это там чья-то дочь, там чей-то сын, но я с ними не общалась, но мы типа знали о существовании друг друга. Были вот эти девочки, которые бухают, эта девочка, которая хотела меня накормить салом. Были еще другие соседи, о которых мне вот эти две, с которыми я общалась, может быть, дать им имена какие-то ненастоящие, потому что как-то сложно вести повествование. Окей, давайте сделаем так. Давайте назовем их цыпленок и нож, потому что одна мне показывала цыплят, а вторая мне показала, как она жестко порезала руку, пока чистила там какие-то овощи. В общем, есть цыпленок, есть нож. Нож старше цыпленка там на год или на два, я точно не помню. По-моему, с ножом мы были одного возраста, если я не ошибаюсь. Либо она была на год старше, точно, честно, не помню. А цыпленок была младше меня там года на два, на три. Чаще всего я общалась с цыпленком, потому что у нее было немного больше времени. А с ножом мы общались, когда было... Звучит так тупо. Ну, сори, я не могу ничего другого придумать. Цыпленок и нож. Часто мне рассказывали какие-то, не знаю, может, это не настоящие истории, может, им было весело просто посмотреть там на мою реакцию. Ну, я была плюс-минус городская, сравнивая меня с ними, например. Да, мой город был маленький, там тоже вот могли быть...
дома и участки, где там, где выращивалась какая-то еда, где там держали куры, вот это вот все. Это, но наш город был не прям деревней, вот, а это была, ну, глухая-глухая деревня, где вот они живут, вот прям живут жестко. И может, им было интересно посмотреть там на мою реакцию, может, им было интересно наплести мне с три короба каких-то историй и смотреть, как я ведусь на это все, я не уверена. Но они рассказывали мне о разных историях. Первое, кто мне вспоминается, это дом, который находился... Ну, я уже сказала, что наш дом находится в долине, и чтобы в нее попасть, нужно свернуть с основной дороги, поехать вот между холмами, между полями и доехать до нашего участка внизу долины. А вот этот дом, о владельце который я расскажу сейчас, он находился, соответственно, на повороте на этом, чтобы ехать в долину. И цыпленок и нож рассказывали мне о том, что там живет какая-то сумасшедшая старуха, которая со всеми, блядь, переебала, которая ебалась с щенком, с собакой, чуть ли не то, что она родила от собаки, что она, что ее либо сын ебал, короче, очень все настолько абсурдно, сюрреалистично звучит сейчас, когда я пытаюсь это все проговорить и вспомнить, но обрисовали мне такую вот картину, что это старая женщина, которая со всеми ебется, со всеми, кто придет к ней и предложит это, и что она еще там чуть ли не какая-то ведьма, то ли наркотой торгует, то ли чем-то там еще, короче, что вот с ней лучше не связываться. Я никогда не видела, чтобы оттуда кто-то выходил, чтобы оттуда выходила какая-то женщина. Никогда не видела, чтобы туда к ней кто-то приходил. И не видела, ну, не слышала. Не было такого, короче, чтобы я нашла, услышала, увидела какие-то подтверждение рассказам. Следующая ситуация произошла, когда мы вместе сидели наверху холма, как я уже сказала, вот это главная, так сказать, дорога по деревне, когда в нее заезжали мы, когда ехали из города, нужно подняться. Там, ну, такая вот местность, что нужно долго подниматься, а потом нужно вот такими зигзагами осторожненько спускаться по основному. Нужно осторожненько зигзагами спускаться по вот этой главной дороге вниз. И вот уже на выезде прям из деревни дальше, полям по дороге, ехать куда-то в другие деревни, наверное, был заворот в долину, где наш дом. И сзади нашего дома вот был большой такой холм, собственно, на котором находилась эта дорога. Вместе с цыпленком и с ножом мы часто залезали на этот холм, на верхушку. Там росла шелковица, вроде как еще какие-то ягоды, но в основном мы туда бегали за шелковицей. И, в общем-то, эта шелковица росла вот прям недалеко от дороги, то есть если ты поднимешься, если ты не будешь лежать на этом склоне, а поднимешься, то тебя будет видно с дороги. Короче, залезали мы на этот верх, на эту шелковицу. Мы любили там вот похавать, либо просто посидеть. Я очень обожала это место. Там еще рядом вот была какая-то яблоня почему-то приходит, но я не уверена, было ли это растение каким-то плодородным. Ну, короче, я сидела вот под этим деревом конкретно, не под шелковицей, потому что у меня тогда бы вся одежда была, блядь, фиолетовая. Вот. И я любила вот возле этого места сесть так, чтобы меня было не видно с дороги. Но мне было видно всю вот эту вот долину и все там холмы вдалеке, вот эти все дорожки извивающиеся. По высоте, вот сейчас, когда я с 11 этажа смотрю вниз, я не уверена, что это та высота, которая вот была у холма у этого на вершине. Может быть, этажа так с 20 или 21-го. Может быть, это да, может быть, это уже та была бы высота. И то при этом этот холм, он же, ну, не прямой, не прямой, вот как 20-этажное здание, что ты с него смотришь. А это вот было, ну, у этого холма был, ну, плюс-минус плавный такой спуск к земле, поэтому мне казался наш дом маленьким не только потому, что я была на высоте, но и потому, что я была уже там на расстоянии тоже где-то метров, наверное, 500 от нашего дома. Вот, короче, я нарисую, что я имею в виду. С ножом и с цыпленком мы любили оттуда кататься. Мы ложились в траву, она была такая высокая, мы ложились параллельно
дороги и отталкивались и катились, в общем-то, с этого холма вниз, пока там не остановимся, пока там не захочется остановиться. Вот, это было наше такое развлечение. Я его, кстати, описывала в одной из историй, в которой я взяла за основу нашу деревню, там нашу территорию, вот это вот все. Эта история еще не вы. История, которую мы с парнем написали и которую мы прочитали, мы уже все озвучили. И постепенно эти части будут выходить, там очень дохуя видосов получится. В один день как-то мы с ножом и с цыпленком вот катались, все норм, затем мы поднимаемся еще раз наверх, чтобы снова прокатиться, повеселиться, так сказать. Они такие, типа, видят вдалеке машину подъезжающую, резко так опускаются, то есть они не переговариваются с собой, они такие, типа, просто резко опускаются, хватают меня тоже, чтобы нас не было видно с дороги. Мы еще спустились, сползли, прижались к земле, они выглядели очень серьезными, то есть это не было похоже там на шутку, на какой-то пранк. И они такие, типа, надо вот ждать, пока машина не проедет, потому что если нас увидят, они остановятся, выйдут из машины, заберут нас, увезут куда-то и выебут, и убьют. То есть это буквально то, что мне сказали, просто другими словами и шепотом, очень серьезным. Нельзя по этой дороге ходить, если ты там не на велике, чтобы можно было быстро уехать, если ты там не на машине, если ты не в сопровождении взрослых. На машине на этой катаются либо два каких-то известных, так сказать, 20-25 плюс вот парней, которые любят, видимо, девочек маленьких поёбывать. Не знаю, но они выглядели, правда, напуганными и серьезными и такие, типа, чтобы вот я тоже прижалась, чтобы со мной там, например, ничего не случилось, типа, чтобы нас не забрали. После этого каждый раз, когда я была одна на вершине этого холма, у этого дерева, каждый раз, когда я слышала машину, я на всякий случай опускалась, пряталась, ждала, чтобы там все проехали, и меня полностью, блядь, поглощал ужас, что вдруг меня там увидели, вдруг сейчас остановится машина, оттуда кто-то выйдет. Мне было страшно находиться там и слышать там чьи-то шаги, например, чьи-то разговоры, я затаивала дыхание, я переставала слушать музыку, там, рисовать и все вот это вот делать. Я запомнила, что нахуй надо бояться этой главной дороги, и что если там есть люди другие, нужно быть настороже. Они говорили, типа, что вот, да, уже случались такие случаи, что ловили, насиловали, либо что-то еще делали. В поисках логики я не понимаю, а кого они тогда насиловали? Ну, конечно, я не знала всех людей, детей, младше, я не знала всех подростков плюс-минус в этой деревне. Вот цыпленок мне рассказывала, что она, чтобы ехать в школу, едет примерно 2-3 часа там на автобусе до ближайшей школы, ей там нужно в конкретное время рано-рано утром вставать, бежать там на остановку, которая тоже очень-очень далеко, одна единственная, наверное, остановка, и что с ней вроде как кто-то еще ездит, с ней все остальные тоже ездят в школу, по идее, наверное, есть кого насиловать. Мне они не говорили, вот кого конкретно насиловали. Из тех девочек, вот которых я знала, вроде как никого не насиловали. Но все равно звучит, знаете, страшно, что тебе нужно бояться дорогу, на которой ты можешь увидеть людей. Никогда не забывала о том, что не нужно попадаться на глаза на этой дороге. И следующий персонаж, так сказать, нашей деревни, о котором мне рассказывали, это был один дед, про которого мне рассказывали и цыпленок, и нож. И вот эта девочка, давайте будем называть ее. Ну, раз она запихивала мне мясо убитой свиньи, будем называть ее Пеппой. Цыпленок и нож начали рассказывать мне про этого деда. Мол, у него была когда-то какая-то, сейчас дословно, неразделенная любовь с англичанкой, которая приезжала в деревню по какому-то проекту, и что-то либо она ему отказала, либо уехала, и теперь он, короче, нападает на девочек и девушек. Ну как нападает? Совершает попытки домогательств и не нападает только на тех, кто говорит по-английски. Я знаю, это то, что я помню. Это я помню очень четко. И кажется, ее звали что-то либо Элиза, либо Луиза. Как-то я не помню, какое имя они конкретно назвали, но вот в это я не очень поверила. Но потом они мне рассказывали истории, как им
нужно было почему-то прийти к этому деду. Может быть, им нужно было что-то забрать. Может быть, там их родители должны были что-то забрать или отдать. За каким-то хером они, короче, рассказывали, что приходили к этому деду. В истории фигурировала цыпленок. Еще какая-то девочка мне не знакома. И она рассказывала, что этот дед начал домогаться до вот этой второй девочки. А цыпленку пришлось бежать, типа, просить о помощи, как-то кричать, что этот дед сам разделся, спустил штаны и пытался раздеть вот эту девочку. Я не помню, говорили ли они про факт изнасилования. В общем-то, она рассказывала, что такое, типа, происходило часто, что он, типа, мог выйти, не знаю, схватить тоже с улицы какую-то девочку, затащить к себе в дом, начать домогаться. Опять же, это деревенские басни, слухи, я не знаю. Но потом, когда мы вот гуляли по этой главной дороге, в общем, когда мы проходили мимо дома этого деда, они мне показывали, что вот он там, он там, типа, из-за шторки смотрит, выбирает себе жертву. Когда мы проходили, я боялась подходить близко к этому дому. Да, мы с цыпленком уже в другой раз, в другое время, может быть, даже в другой год, мы сидели рядом с домом у Пеппы. Она рассказывала, что у нее тоже были вот такие какие-то жесткие ситуации с этим дедом, что он до нее докапывался или попытался облапно вздрачнуть на нее. Короче, я точно не помню, но Пеппа эту историю, эту легенду тоже подтверждала. Либо они сговорились надо мной поиздеваться в разное время, когда я приезжала, и вот как-то без слов могли договориться друг с другом, что там мы будем рассказывать об этой бабке, а про вот этого деда тоже расскажем, про вот этих чуваков, которые на машине катаются. Либо они сговорились, либо у них ментальная вселенская связь, либо это все было правдой. Мне бы не хотелось, чтобы это все было правдой. Как-то так легко рассказывали вот эти истории, что все-таки мне в них сложно поверить. И следующее, самое, так сказать, жесткое, самое разочаровывающее, пугающее, что я могу вспомнить, это конкретно случилось уже со мной, а это случилось с цыпленком и с ножом. Они сделали это со мной. Сидели мы с ножом и цыпленком у меня во дворе. Начинало темнеть, я помню. Было 9 часов летом это все было. Мы начали говорить о том, что поздно, там надо уходить или что-то в этом роде. А потом, интересно, если мои родители и баба с дедом когда-то увидят этот видос, они разочаруются в них или нет? Ладно, сначала расскажу, а потом все свои мысли выскажу по этому поводу. И, в общем, что-то как-то так зашло, что цыпленок и нож начинают говорить о своей игре в принцев и принцесс. Я помню это до сих пор. Концепция этой игры в том, что какая-то девочка берет на себя роль принцессы, а какая-то берет на себя роль принца. Между ними может произойти несколько диалогов вроде как, а потом происходит имитация полового акта. Во всяком случае, это то, как они мне это изобразили в первый раз. И потом уже отдельно с цыпленком у меня была такая ситуация, что я пришла к ней в гости, она мне там показывала свою комнату, котенка, цыплят. Ну, в целом, там мы смотрели с ней какие-то индийские, по-моему, фильмы, которые ей очень нравились. Старые большие железные кровати, они такие высокие, у них матрас на железных пружинах они такие. Короче, вот они высокие, на них набиты там всякие одеяла, подушки, пледы. Мы были в ее комнате. Первая информация, которую я до сих пор не могу забыть, которую меня вот посвятила цыпленок, это то, что она видела, как ее родители занимаются сексом. Она мне об этом рассказала, и потом, когда ее родители вернулись домой, мне было очень неловко на них смотреть. Ну да ладно, сидим мы у нее как-то дома, что-то там снова зашла у нас речь про этих принцев и принцесс. Я такая, типа, я не особо понимала, типа, что они делают, зачем они это делают. Я такая, типа, ну, я пытаюсь понять, что это, зачем это, что они этим хотят изобразить. В общем, цыпленок берет, как объяснить, блядь? Типа, цыпленок мне говорит, ну, вот ты, например, принцесса, а я принц. Короче, прижимает меня к кровати, начинает двигаться тазом к моему... Ну, короче, вы поняли. Я тогда такая, типа, ладно, я поняла, все, хватит. Можно ли
это назвать недоизнасилованием, я не знаю. Мне как-то странно, стыдно, я ничего не понимаю. Цыпленок младше меня. Типа, я уверена, что она уже все прекрасно знала про секс, раз она и у родителей видела. И были еще вот там случаи, когда мы сидели у меня во дворе, напрыгивал петух на кур и оплодотворял их, соответственно. И она такая, типа, заговаривала об этом, так улыбалась. Были еще случаи, я не часто привозила туда прям игрушки какие-то, там, мягкие, например. Но у нас там были мягкие игрушки, какие-то старые лежали в доме. И она приносила иногда свои старые душевые игрушки. У них могли быть дырки либо между ног, либо там мишки под хвостом условно. И тоже какие-то такие в играх фигурировали какие-то такие моменты, проигрывающие секс. А сейчас, когда я разбираюсь немного в психологии, пытаюсь разбираться, узнавать что-то новое, мне очень интересно это все. Я узнала, что это нормально, когда дети, тем более подростки, интересуются этим всем, что дети начинают интересоваться темой там, различий половых и вот этого всего лет 4-5 где-то, поэтому важно с ними разговаривать и там на вот эти все сексуальные темы. Но я во всех этих историях, я еще была такой закрытой, зажатой ханжой, вот как меня воспитывали, да, что секс — это стыдно, плохо и вообще купит дед. И когда я с этим всем сталкивалась, в сочетании того, что мне рассказывают, с одной стороны, про сексуальное насилие, с другой стороны, со мной поиграли в принцев и принцесс, и меня... Я не знаю, это по... Это по ощущениям... Это вообще не было слишком похоже на секс. Боже, зачем она это сделала? Мы сейчас не общаемся, но, Плёночек, если ты вдруг нашла это видео, я не осуждаю тебя за игры в принцев и принцесс, просто мне наверняка еще немного сложно это все принять, осознать, понять. И Ната в те годы все еще находится под маленькой такой травмой от этого события. Вот как это так. Так вот, мне интересно, могли ли мои вот баба с дедом и родители догадаться, что секс у меня произойдет в их любимой деревне, совсем недалеко от них, у них вот под носом, нежели когда я начала встречаться с парнем со своим. Типа вот, могли ли они догадаться, что вот они так боялись, чтобы меня выебали, думая о моем парне, а на самом деле такие вещи происходили просто, ну типа, надеюсь, они все же никогда не узнают и не найдут мой канал, но во всяком случае пока что они еще не нашли мой канал, мне пока не прилетали разговоры по этому поводу. Но если, конечно же, прилетят, то я сразу же об этом всем расскажу. Я прям даже не буду ждать момента, когда я успокоюсь. Я буду записывать прям как есть, со всеми своими эмоциями первичными. Вот, но это уже так, о будущем, так сказать, немного слов. Еще раз вас всех с Хэллоуином поздравляю. Надеюсь, у вас он прошел хорошо и хорошо пройдет ноябрь. Там уже скоро и декабрь, Новый год. Не хочу, чтобы время так быстро шло. Надеюсь, вам было интересно послушать мои истории. Надеюсь, у вас, может быть, есть объяснение какое-то, что произошло, почему меня выебали. Что, блядь, почему? Я до сих пор не понимаю, зачем им эта игра была. Ну, то есть, ну, вроде как они... Ну, то есть, блядь, понимаете, они не говорили, что они там, не знаю, влюблены друг в друга, или что у них это как-то доходило до чего-то более серьезного, чем просто потыкаться друг в друга, да? Но они при этом говорили так об этом спокойно и как-то увлеченно, что, я не знаю, может, у них были такие какие-то эксперименты или вот способы как-то познать себя и познать там других людей, там все вот это вот. Возможно, в этом плане они просто были развиты раньше и лучше, чем я, поэтому как-то не особо стеснялись это делать, показывать и хотели посвятить меня в это, я не знаю. Вот, но так получилось, так получилось. Все, всем спасибо большое за просмотр. Очень неловко мне сейчас, да. Но я никому здесь не дианонила, так что вряд ли я кого-то оскорбила. Всем пока, уже наконец.